смотрим, движение не подлежит. Отходи, назад отходи, пациент. Сектора держим, сектора. Работай! Отходим назад! Все, осмотрели, сзади посмотрели, приподняли его. Первый держите, остальные не летаются! Но ты никогда не отводишь глаза и не убираешь. Ранение, левая рука ранение. Оттаскиваем в безопасную зону. Под огнем, так быстрей. И первый номер сводит только перед собой. Скажу. Как можно ближе к месту ранения. Ранение у вас вот здесь, соответственно, турникет располагаем вот здесь. Четыре. Взяли. Уходим. Перемет. Прикрываем. Чуть-чуть вперед. Бам. Держу, пошел. Держу, пошел. Здесь вас не сдвинь. Автомат давит вот здесь. Расслабленные мышцы, они удар быстрее делают, резкость больше, когда вы расслаблены. Когда напряженные, нету такой скорости. Правая нога, ранение, быстрее, быстрее. Хорошо, жгут, жгут, достаем, жгут. Разум, пошел! Держу на 6! Чисто! Молодец! Контроль периметра есть. Третье, лучше так не высовываться. Только там стрикнули. Могут, но они работают по углам. Сейчас, если ты отсюда высовываешься, ты уже обозначаешь себя. Нашел здание и вызываем. Все, контроль периметра. 6, 5, 4. Переворачиваем раненого на живот или на бок. Ты должен оказывать помощь аптечке раненого. Снимаем штаны. Забываем, что могут быть ловушки.